всем доброе утро. Или у кого там что. У меня утро, я сейчас иду, ну, меня пригласили на танцы попробовать. Там, типа, занятия, стоит 50 долларов одно занятие. Хочу себя проверить в танце. Так, кашкеты не буду делать. Не, я одену такая-то. У меня прическа. Вот. Если кому интересно, как что будет происходить, смотрите дальше. А я... Фу, блин, а я поехала, короче, вообще я так опоздала. Да, я на байке. В общем, было такое вот занятие. У меня сил нет, у меня реально все болит. Хоть я каждый день бегаю по вечерам, но то, что сегодня мы так... Бля, что на голове? То, что сегодня вот это вот как натанцевались, это было очень прикольно. Мне понравилось. Я, короче, так подумала, буду ходить на эти занятия, там типа платится абонемент, и танцуем по два раза в неделю. Я устала. Сейчас мы пойдем на пляж или куда-то. Там ребята хотели поехать гамбургеры пожарить на вьетнамском костре. В общем, должно быть очень весело. Type. I said I like what I like. I'm a second guess. I just rolled the dice. Keep your two cents. Take your own advice. You know, you know. I've been living life like I lived twice.